Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет тест имбы, которую я прокачал. Мы сегодня тестируем варлока в сборочке полностью на атаку. 9-9 пакт. Давайте что-то сюда интересное выролим. Победный выпад плюс 25% к атаке. Созвездия собраны у него тоже на атаку. То есть максимальная атака. Вот, кстати, интересно, думаю, будет его потестить еще в дарном варианте каком-то. Пишите, что вы думаете. Какие сборки вы хотите увидеть. Так, вот смотрите, что у нас есть. Прям сыпет. Так, вот такая вот сборка у нас. Ремка рунами. 12-12, 4 цели у него. 500 атаки. 85 понижения передвижения, щит накидывает, отражалка 52%, панчбокс для увеличения, ну, в общем, вот такая вот тема. В созвездиях крит 100% плюс крит урон. Возможно, даже давайте сейчас немножко переролим. Не надо нам столько крита. В принципе, шанс крита — это круто, но попробуем что-то более универсальное придумать. Пусть будет уклонение. Хотя лучше его собрать на крит урон, чтобы посмотреть максимальный уже урон от него. Хотя, я думаю, мы его не увидим. Мы не увидим урона. Почему? Потому что у него он заоблачный будет. Я как-то тестировал его с 9 пактом, он показывал просто. А это еще прорыв у нас есть. Сейчас вы увидите статы, и вы офигеете от того, что это у нас получилось и как он будет дамажить. Можно еще, конечно, грубую силу ему поставить, но смысла как бы в этом не вижу. Почему не вижу? Ну, он у вас не будет срабатывать, его скорее всего будет смотритель убивать быстрее. Так, есть крит урон, что-то крит урон плохо падает. Вот, только сказал, плохо падает, сразу же подкрутили, красавчики. Так, точность. Ну, я думаю, не надо. Там точности у нас и так хватит. Давайте что-то на атаку еще можно. Такое интересное. По максимуму. Уже так, чтобы вклеил, так вклеил. Отлично, атака. И ролим последнее. Жизнь. Ну, пусть будет жизнь. Не будем заморачиваться. Жалко самики сливать. Вдруг не хватит нарез. Так. Поехали, смотрим, что мы имеем. Сам по себе герой автопрокер, дальник. Вот так вот, 31 тысяча атаки, плюс 499-990. Прям как скидка в магазине. 5 раз, ребят, 5 раз больше у него прибавка, чем родные статы. Вот так вот, поехали. Ну что, начнем с рейда, посмотрим, как он вводит героя в Виндвиз. Так, ну тут сейчас просто его могут просто ушатать с одной плюшки. Бум. Минус Бигфут, минус ворожей. Хорошо, отлично. Дальше. Бум, убился сам. Но унес ПБшку. Мне вот интересно, сейчас надо будет попробовать словить. Когда огник пропадет, то есть пойдет его скилл, он станет маленьким, и в этот момент вот в такой вот, ну, видите, смотритель просто тупо смотритель убил. Вот под таким моментом попробовать, салют ли он огника. Я думаю, должен слить. Давай, 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 родной. Блин, не тех ударил. Не знаю, сколько там было. Командуру ушатал. Видите, смотритель очень много портачит. Надо, кстати, у себя смотрителя убрать, что у меня зеленый герой прям зашкаливает. Так, красный, красный, зеленый, 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 зеленый. Значит, одного зеленого меняем на одного красного.
оставим вот так вот пока. Так, поехали. Так, вот отлично. Давай, Вахник, пропадай. Блин, ну чё всё мимо? 915к, ну как-то так. Не особо много, я вам скажу. Но это не крит. Я убрал крит. Он теперь не критует так часто. Но если кританет, так кританет по полной. Блин, опять не то. Я люблю такие тесты. Нифига толком непонятно. Сейчас пойдем на PvP локациям, там покажет, кто батька. Странно, что он не бьет этого. Вот посмотрите, Огника просто минует. И некоторые героев, ну, ворожая слил. Ладно. Поехали дальше. Поехали в подземку нашу любимую. Правда, я не знаю, что тут за 10 секунд мы сможем увидеть. Ремку мы, наверное, ему снимем, скорее всего. И шанс, что его сейчас просто сольют быстрее. Поэтому... Ну, хотелось бы просто посмотреть, сколько он всекет на мессу. Поставим грубую силу. Вот сейчас как вдамажит, так вдамажит. Если, конечно, у нас получится это сделать. Можно будет, конечно, Анубисом попробовать. Снять всех. Отхилов у нас не будет. Вот это тоже печально. Но надеемся. Смотрим. Быстро он проседает. К сожалению. Так, сколько там месси? У мессы 10. Что он там, 5 лямов всёк? Непонятно, в общем. С панчбоксом, конечно, веселей. Давайте попробуем. Уберем тогда панчбокса. Поставим просто отхил. Так вот мы сможем увидеть реальный его урон. Такс. Смотрим внимательно сюда. Всего лишь лям? Да ладно, что-то маловато. Я что-то ожидал большего, что его понерфили. Что-то маловато он всекает. Два с половиной критом при такой прокачке. Да ладно, тут больше героев выбивает. Ну, хотя герой старенький. О, 8 лямов. Вот это нормальный урон был. И мне, по-моему, не показалось. Там реально 8 лямов было. На повторке скажете, кто смотрел. Но вот это более реально 8 лямов. А тут что-то вообще печально. Может и нет, может и показалось. Ну что-то не ахти, я вам скажу. Или все-таки 8? Напишите потом в комментах. Но судя по дракону, то да, там, наверное, 8 все было. Так-то он... Ну, 2 ляма, ребят, 2 ляма выбивать просто без крита, это тоже немало, я вам скажу. Давай уже бей. Не хочет он, боится, стыдается. Тут вообще полям. В общем, рандомный какой-то разброс непонятный. Хотя он должен, по идее, стабильно бить, как и все герои. 3,5. Как-то странно. Очень странно. Ладно. В общем, может он это затащить. Давайте возвращаем обратно панчбокса.
почему возвращаем для максимального урона, который мы тестируем, и идем на аренку. Так, есть. Пум-пум-пум-пум, поехали. Смотрим. Что это было? Посмотрите, он с руки просто всекает их. Нехило. А, ему молчанку накинули. Ну вот, вот вам уже результат. Поехали против Ары, попробуем. Что за хрень? Вот смотритель ударил, а что с ним не так? Вот объясните мне. Вот кидают молчанку и получается у нас не срабатывает скилл. Запарили. А, тьфу ты, говорю, не срабатывает скилл. У нас же грубая сила стоит. А он так сейчас их просто раскидает. Ну что там, Афина? Ну привет. Я думаю, что за фигня? Сейчас ремку влепим. Да-да-да, смотрите, что с камнем будет сейчас. Лям, ребят, лям 400. Это просто жесть. Лям 300. Нормально так, он по камешку долбит. Это старенький герой, что от него хотеть? Это самое-самое такое, скажем, прошлое. Так, я думаю, что за фигня, почему он не срабатывает? Так-с. Так, поехали. Поехали на арену наказывать. Смотрим. Инвиз, кто у нас уйдет? Так, ну у нас осталась Фрея. Фрея он не пробьет никак. Так, ворожая там вижу еще. Но не добил. Так, Анубис. Анубиса, кстати, я не увидел. Он его, походу, слил. Тыкву слил. Афину тоже слил. Интересно. Поехали против следующего. Некрос. Хорош. Вот тут вот однозначно он будет хорош. Конечно, его сливать будут очень быстро, но то, что вы видите, он, конечно, в этом. Плюс еще пару героев с автопроком, тут же самый Анубис. Вот посмотрите, просто отправил всех нафиг спать. Да, он не такой тащер, как раньше, кстати, вот интересно против Хрона. Если тут он, конечно, пятый. Не, к сожалению, он тут не пятый. Ну, его тоже, смотритель коцает очень жестко. Так, Фрея по 44к всекает, все. В общем, здесь его тоже можно использовать. Ну, конечно, никто с вас не будет такую делать прокачку, как я. Потому что нафиг на такого героя тратить ресурсы. Я хочу его еще на битве гели использовать, попробовать. Но всекает он очень прилично. Вот единственное, что он уже прошлое, скажем так. Фрея там и прочее его будут шатать. Так, Огник. Отлично. Смотрим дальше. Не дают зарядиться и все. Даже при такой прокачке, как видите, он ну, не тащит против обычных героев там без максимальной прокачки. Есть герои, которые тащат, есть герои, которые уходят в атаку в инвиз. К сожалению. Так, поехали в ЗБшку. Здесь будет тоже, думаю, очень интересно посмотреть. Так как он автопрокер. Единственное, что он будет убиваться сейчас тоже в отражалку любую. Он будет просто сливаться. Ну, мы тестируем максимальный урон. Потом, может, его пересоберем. Так, поехали. Смотритель сейчас его хлопнет. Нифига себе, он ворожая практически. Вот тут без вариантов. Видите, то, о чем я говорил, что... Классный герой, но уже не его время. Так. Поехали, следующий вариант. Махатма просто убился. Без вариантов. В жизни мало. Автопрокеров куча, и его просто сливают. Да, он дамага наносит. Если будет какой-то танк вместе с ним,
будет вполне-вполне достойно смотреться. Но я бы на него не тратил такие ресурсы, скажем так, на данном этапе. Так, нам что-то нам надо сегодня выйти в 1000, или мы не выйдем уже? Смотрите, там смертушка активно хочет слить Лазулю. Так, хорошо. Ну давайте тут попробуем. Сольемся, так сольемся. Мы ж тестим. Бум. О-хо-хо-хо-хо. Видали, да, ребят? Посмотрите, там практически осталась только фигня героев. Офигеть. Круто было. Вот это было реально круто. Надо будет как-то заняться забэшкой. Но мне понравилось. Ну давайте против этого Лазури. Вот это мне понравилось. Так, ну тут мы сольемся. Ну посмотрите, остался только Хрон. Вот 4 цели. Хрон и Фрея. Дамажит он очень круто. Вот я жду, когда они уже наконец-то под ЗБшку сделают. Чтобы можно было запоминать комплекты. Тогда может какой-то будет интерес к этой локации. А переставлять каждый раз и пачки менять, честно говоря, лень. Так, ладно, это будет долго. Все равно я 1000 не набью. Давайте еще против этого. В общем, такой вот герой, как по мне, вполне достойно. Сливает на ура. В пачке он будет. Плюс он дает щит 52% отражалки. Я считаю, это очень круто. Смотрите, как Лео красиво сработало вместе со всеми остальными. Кто там у нас такой? Так, сливает Роза, что ли? Что-то кто-то с панчбоксом. Не вижу. Да, Роза. Роза, это жестко. Так, поехали еще в экспедицию сбегаем. Посмотрим здесь. Ну, в общем, такой вот старенький герой. Я говорил, что я буду восстанавливать по чуть-чуть героев. Посмотрю там, кого вы захотели следующим увидеть на прокачке. Так, давайте без смотрителя пойдем. Возьмем мне ПБшку. Кто там у нас так будет хорошо здание разрушать? Возьмем модера. Кто-то писал Одера, там кучу героев понаписывали, я смотрел, ребят, у меня обзоры на всех героев, которые у меня в алтаре уже были, заходите, просто смотрите герои, обзор героев, и там все есть. Так, ну что тут у нас? Они хотят сказать, что стрелок тут практически вынес, ну да, в принципе, он не дал зарядиться. Тогда мы сделаем тут вот так вот, бум. И сразу же минус 0 стрелка. Вот одержимый, кто там спрашивал про максимального одера. Вот он. Обзор на него тоже есть. Так, поехали дальше. Надо посильнее каких-то противников найти. Ну, сразу минус 4 всегда будет. Сейчас дойдем в топ. Там будет, может, получше. Так, где герои? Вот они. Минус 4, но тут Фрея. Фрея сейчас нас, наверное, унесет. Да, Фрея нас унесла. Значит, возьмем Лео. Коль такое дело. И Лео сейчас тоже унесут. Так, давайте кого-то с красной фракцией тогда возьмем еще. Пусть подобьют здание. Мишка, Лео. Пройдем дальше. Интересно просто дальше посмотреть, сколько он будет урона наносить. На последнем этапе уже.
Так, вот огник у нас есть, отлично. Можно потестить. Если повезет. Минус 0. Минус 0. Но тут столько урона, что тут не минуснуть нереально. А хотя других не минуснул, а огника именно минуснул. Странно. Ну-ка, давайте еще разок, если повезет. Интересно. Вольта тоже минуснула. Почему других? Может, там дефные талантики стоят? Может быть такое? Ну, странно очень. Очень странно, в общем. В общем, ребят, такой вот тест героя, ну реально, мне герой очень понравился. Даже в такой прокачке максимальной. Да, он даже не в максимальной прокачке все равно круто смотрится. Надо будет его еще на битве гильдии вместе с стареньким составом потестить. В общем, пишите комменты, кого вы хотите увидеть следующего на прокачке, и я буду его качать. Всем удачи, всем пока.